Около 4000 казахстанских нефтяников в ближайшее время могут остаться без работы. Причем 75% из них – высококвалифицированные специалисты. О грядущих сокращениях в Атырауской области сегодня сообщила министр здравоохранения и социальной защиты Тамара Дусенова. По словам министра, до конца года свои рабочие места покинут 2500 работников нефтегазовой отрасли. Еще 1500 человек уволят в новом году. Сокращения коснутся сотрудников нефтесервисных предприятий. Таких компаний в Атырауской области 99. Чистка кадров – мера вынужденная, говорят чиновники, из-за падения объемов добычи нефти. На сегодняшний день 1300 человек уже уволены, но, как заверила Дусенова, совсем скоро они будут трудоустроены. На произвол судьбы их не оставят и даже с теми, с кем расторгнут договора в будущем. Часть из них переобучат для работы в других сферах, остальные будут получать пособия. Некоторых ожидает перевод по службе в другие регионы. Не могу сказать, что мы все 100% возьмем и перекинем. Есть, значит, профессии, которые сегодня соответствуют, есть профессии, которые не соответствуют, но по которым мы готовы в рамках дорожной карты оказывать, значит, поддержку в переобучении. По поддержке, значит, получениями микрокредитов, в поддержке переезда им в другие регионы, именно по заняться той же профессией. Поэтому вот такие предложения будут со стороны государства для оказания поддержки этим гражданам.